прекрасно одета и очень красиво, а говорили она, уже умерла. Это она в детстве играет в прятки, маме своей задает загадки. Кто это? Это она. А это первый класс, дорога в школу, где все неизвестно, незнакомо. Первые ее учителя. А это одноклассник, мальчик Дима, тот, кто равнодушно не проходит мимо. Диме очень нравится она. Она так любила мечтать, ей так хотелось любить. Она так мечтала счастливой стать, ей хотелось жить. А это летний теплый вечер, дискотека и новые встречи, первые сигареты и едкий дым. Первый поцелуй, разлука, слезы и начало с малой дозы. Первый и больной укол. Это она или просто похожа, грязная очень на фоне прохожих, свое тело людям продает. Ее издалека, увидев отчим, признавать совсем не хочет. Ей так страшно, она скоро умрет. Выше, выше, до моей души.